Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, это Dead by Daylight, и сегодня уникальный видос, потому что я всегда играю с урвами, а тут решил вот Майклом поиграть. Вот уже кто-то, я вижу, вроде бы бегает, или там всегда. А это, по-моему... Это неодержимость ли? Кстати. Нет? Чего не могу сломать? А, пробел. Это, походу, была одержимость. Вообще нигде нет. Они выжидают. О, нифига. А их видно всех. Фига прикол. Что вообще, что происходит? Так, ну одна убежала. А что они делают? Типа они фору дают, а потом раскатают. Среди них там какой-то чувак сотого уровня, кстати. Как долго, слушайте, набирается, да? Набирается хоть? Набирается, но очень медленно. А, там, там кто-то генератором шелестит. Ладно, подождем. Такого я еще никогда не видел. Вот, убежал одна. Все? Все убежали. Все, не набирается. Не набирается. Капец. Все, набралось. А, не, все. Паука получил. А, о. Ускорение. Так, ну я же должен с пауком его догнать или нет? Это может не бежать за ним? Я все время забываю, что управление другое. Кто-то другой, да? Ха-ха.
А, ну, она думает, что там ба, но там быта нет. Вот в чем дело-то. Поэтому в шкаф залезла. Никакой там бы нет. Теперь нужно Мэг искать. Бежать вот к двум к этим. Вот, я сейчас от нее отстану. Ага. Паучка. Ой. Но все равно быстро слишком, да? Все равно быстро. Так, Мэг там нет. Там есть вот этот вот чувак. Хижина. Все. Где же Мэг? А вот она. О, здорово. Два паука. А я поднять можно? Драматургия или как называется? Вот это поворот. О. Ну он вроде как бегун у них. Паук один только есть. Ну, на него время потрачу. Мне надо идти геники смотреть. Второй паучок.
А, вот, вижу. Ага. О, в подвал ее. А, вот тот чинит, да, Ген? Тот чинит. Может, сейчас дочинит, кстати. Наверное, дочинит. Да, дочинит. Дочинит. А, Мэг. Не знаю, может уронить ее. Нифига там. Я вообще не понял, где он. А, вот ты. Должен догнать, по идее. Наверное. Ой. Что-то я врезаюсь. Их опять двое, да? Так, допустим. А, тот чинит Ген. Тот чинит Ген. Что, их двое осталось? Тоже нормально. Тоже нормально дочинил. А, все, да? Так, ну... А этот где? Этот... Этот-то где-то тут ползал. Ну, полз, наверное. Я его не слышу, не знаю, где он. Надо поискать. А, вот он. А может, он сейчас поднимется из-за того, что он рядом с палеткой? Ну, да. Так и получилось. Есть такой скилл просто, я так подозревал, что он... Но он...
Он среди них самый такой это. Самый мощный игрок. Видимо, он сотый уровень. Самый хитрый, самый бегун. Он еще, я уверен, с крюка сейчас спрыгнет по-любому. Ну. И... Надо же, но он зато не везунчик. Зато он не везучий. А, она же сейчас еще будет спрыгивать. Нет, тоже не повезло. Сейчас это сломаюсь, успею. Успел. Стив, кто у них там? А, у них самая сильная Ада Вонг была. Сотый уровень.